Во время летних каникул Дом культуры проводит развлекательные игры и эстафеты для детей из школы кружков. В них принимают участие ребята разных возрастов, от 5 до 14 лет. Дети прыгают, бегают, веселятся и играют в подвижные игры. Внимание! С ребятами занимались педагоги Дома культуры. Эстафеты для детей являются одним из любимых видов развлечения. Благодаря детским конкурсам в лагерях и школах дети лучше узнают друг друга, и это помогает им быстрее познакомиться и подружиться. А вместе с этим они получают самые искренние эмоции, неподдельный восторг и радость. У нас проходит эстафета летняя. Деток мы собираем из школ, с улицы, с наших кружков. И весело играем все здесь, около Дома культуры. Два раза в месяц у нас проходят уличные мероприятия. И в клубе проходят тоже наши внутренние мероприятия. Но детки все довольны, прыгают, бегают. Я думаю, что все нормально. Эстафеты – это командные спортивные игры. Они развивают умение работать в своей дружной, позитивной команде, а также развивают уверенность в себе и в своих силах. Многие дети любят такие спортивные занятия. Это веселое развлечение и польза. Можно с уверенностью сказать, что участники соревнований достаточно мотивированы и заряжены энергией для дальнейших побед. Понравилось перелазить через обруч, много чего понравилось. Мне нравится принимать участие в эстафете? Да. А что тебе больше всего понравилось? Что мне понравилось, играть в футбол. Футбол, а еще что? И баскетбол. Мне понравились поэты, эстафеты, настроение хорошее, поскольку эстафеты были замечательные. Тебе все понравилось? Да, мне понравилось все. А что больше всего? Даже в футбол мне понравились вышибалы.